За прошедшие сутки на линии фронта произошло 75 боевых столкновений. В общей сложности рашистские оккупанты нанесли 2 ракетных, 78 авиационных ударов, совершили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. К сожалению, есть убитые и раненые среди гражданского населения. А также повреждения получила как жилая, так инфраструктура, точнее как жилой фонд, так и другая инфраструктура. За прошедшие сутки авиационные удары рашистская авиация наносила в основном в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И это как на линии государственной границы в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, так и в областях, где проходит линия фронта и которые прилегают к ней. А именно Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее рассмотрим оперативные направления, что же у нас там происходит. И начинаем мы, как обычно, с Волынского и Полесского направления. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. В Беларуси продолжается учение. Часть войск находится на прикрытии государственной границы. Но и других каких-либо изменений обстановка не претерпела. Северское и Слобожанское направление. Тут тоже обстановка не претерпела особых изменений, хотя она намного сложнее и намного более обостренная в плане того, что враг сохраняет присутствие в приграничной полосе, то есть войска прикрытия госграницы стоят вдоль нашей границы, рашистские войска. Враг пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность с попытками проникнуть ДРГ на нашу территорию. Мы ведем контрдиверсионную деятельность. Ну и обстрелы. Самое страшное для нас — это обстрелы как с помощью артиллерии, так и с помощью авиации. Продолжаются удары КАМами, продолжаются удары реактивной ствольной артиллерии. Купинское направление. Это уже линия фронта. Отсюда начинается фронт. И тут надо отметить, что активизировались не сильно, но активизировались враги на Купинском направлении и в районе населенного пункта Синьковка. Враг при поддержке авиации, враг предпринял одну попытку прорыва нашей обороны. То есть была зафиксирована одна атака. Никакого успеха он не добился. Наоборот, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Ну, я бы даже назвал, наверное, эту атаку разведка боем. То есть они попробовали, насколько бдительно мы находимся на своих рубежах и готовы их в любой момент начать оборонительный бой. Оказалось, что мы готовы. Далее лиманское направление. Тут враг продолжает давление на наши позиции. В основном, как мы и говорили ранее, это район населенного пункта Терны. Почему? Потому что тут они пытаются выйти к водохранилищу для того, чтобы рассечь нашу группировку войск. Кстати, надо отметить, 10 атак было предпринято вражескими войсками на протяжении прошедших суток с целью прорвать нашу оборону. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Наоборот, наши войска еще и нанесли довольно существенные потери. То есть вот эта цепочка, может, это так скомандовал Генеральный штаб Российской Федерации, не знаю. Но на лиманском направлении они тоже попытались вот устроить эту бонзай-атаку в едином бронированном порядке. Ну, здесь, правда, количество техники было в разы меньше, а именно их было 6 единиц. Там было 48 на Авдеевском направлении, здесь на лиманском 6. 3 танка, 3 БМП. Но в отличие от Авдеевского направления, если там враг понес 50% потерь и отказался, как пишет книжка, от дальнейшего наступления, то здесь враг понес 100% потерь. Все 3 танка, все 3 БМП были сожжены нашими войсками,
И вся пехота, никто из пехоты с поля боя не ушел. Вся пехота была уничтожена. Ну, посмотрим, как это повлияет на дальнейший ход боевых действий. Дойдет до российских командиров, не дойдет, думаю, не дойдет. Там политическая задача стоит, поэтому они будут гробить людей столько, сколько надо. Как Жуков во Вторую мировую войну. Не важно было, сколько погибнет, важно было выполнить поставленный приказ. Далее у нас идет Бахмутское направление. Здесь идут очень ожесточенные бои. Враг пытается подойти вплотную к Часовому Яру. Ну, мы с вами говорили неоднократно, я напомню, что Часов Яр – это ключ к Дружковке Константиновке, а там уже и Краматорск-Славянск. Поэтому и Часов Яр – это такой, я бы сказал, опорный пункт нашей обороны. Я думаю, что они будут стараться выйти на Часов Яр как минимум с трех сторон. Вот они сейчас активно пытаются развивать наступление со стороны Ивановского. Вот, и они предприняли, только за прошедшие сутки было предпринято 6 атак, правда, атаки были не только в районе Ивановская, но и в районе Спорная, в районе Клещиевка и в районе Ивановская. Если в Спорном и Клещиевке наши войска отразили все атаки, и противник не имел успеха, а понеся потери, отступил на исходные рубежи, то в Ивановском надо констатировать факт, что враг имел частичный успех и немного продвинулся вглубь нашей обороны. Кстати, в Ивановском был применен робот дистанционного управления, был применен робот наземный, который подорвал мост на въезде в Ивановское, который являлся таким, я бы сказал, логистическим горлышком, через которое поступали припасы и довольствие для войск, рашистских войск, находящихся в этом населенном пункте. Мост был успешно взорван, и теперь у врага большие трудности с переброской через реку продовольствия, боеприпасов и личного состава, техники и эвакуации раненых и убитых. Далее у нас с вами идет Авдеевское направление. И здесь это мы подходим, я бы так сказал, к эпицентру активности боевых действий. То есть по возрастающей Лиманское, потом Бахмутское направление. Они как выстроились на линии фронта, так в принципе и по боевой активности тоже их можно расположить в том же самом порядке. Так вот Авдеевское направление, где враг пытается прорвать нашу оборону тоже при поддержке активной, поддержки авиации, и боевые действия ведутся, атаки врага происходят в основном в районе Бердичей, Семеновка, Уманская, Первомайская, Невельская. 14 атак было предпринято врагом за прошедшие сутки. Команда Deep State показывает, что населенный пункт Водяное, да, действительно перешел под контроль вражеских войск. Наши войска отошли из этого населенного пункта. Ну а в остальном линия фронта на Авдеевском направлении осталась без изменений. Даже 14 атак, даже при поддержке авиации, наши войска успешно отбили. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Далее у нас идет Новопавловское направление. Тут силы обороны Украины продолжают сдерживать врага. В основном атакующие действия или главное направление ударов – это Новомихайловка и Урожайная. Противник 24 раза пытался атаковать нашу оборону при поддержке авиации. И из 24 попыток ни одна не увенчалась успехом. Все атаки были отбиты. Линия фронта осталась без изменений. Противник, понеся потери, отошел на исходные рубежи. На Ореховском направлении. Тут у нас оккупанты совершили 4 попытки атаковать наши позиции. В основном атаки были в районе Старомайорского, в районе Работиного и северо-западнее Вербового. Кстати, в районе Вербового нам удалось стабилизировать фронт. Там он уже замер и довольно длительное время находится без изменений. Так вот, все 4 атаки на Ореховском направлении были успешно отбиты нашими войсками. Ни одна из них не увенчалась для врага успехом. Так что
Как я уже и сказал, линия фронта на Ореховском направлении остается без изменений. И Херсонское направление. Здесь, ну, не сказано, а враг активизировался. 8 раз пытался штурмовать наши позиции. Все боевые действия ведутся исключительно на наших плацдармах на левом берегу. Плацдармы продолжают сражаться, продолжают обороняться, продолжают наращивать свой боевой потенциал. Ни одна из атак, из 8 штурмов, ни один из них не увенчался успехом. Враг, понеся потери, отступил. Наши позиции остались на левом берегу без изменений. Далее надо отметить, что за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по одному зенитно-ракетному комплексу противника и по 13 районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, по 8 районам огневых позиций артиллерии противника, по одному противотанковому средству, по одному району огневых позиций реактивных систем залпового огня. Вот, что в результате чего мы получили следующие потери со стороны вражеских войск за прошедшие сутки. Они составили в личном составе 710 оккупантов, в технике и вооружении в танках 11 единиц, в боевых бронированных машинах 18 единиц, в артиллерийских системах 30 единиц, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 17 единиц, ракеты 1 единица, автомобильной техники 30 единиц и специальной техники 6 единиц. Вот такие потери понес в общем враг на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и в общем вот такая сложилась военная обстановка в нашей стране. И прежде чем мы перейдем к военно-политической обстановке, я хочу немножко подробностей добавить о вот нашем ударе, позавчерашнем ударе, это, точнее, да, вчерашнем, извините, по нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане. Операция была совместная, как я вам уже вчера и говорил, это СБУ и Главное управление разведки, сегодня уже в Нижнекамске завод. Сегодня есть уже больше подробностей относительно этого предприятия и атаки по нему. Ну, я напомню, что мощность этой установки, установка первичной переработки нефти, выведенная из строя. Долго, она там горит, по-моему, до сих пор, по данным местных изданий. Этот завод входил в пятерку крупнейших в Российской Федерации. 8 миллионов тонн сырой нефти он перерабатывал в год. Так что очередной успех службы безопасности в войне с ключевой отраслью страны бензоколонки. И надо отметить, что есть реакция западной прессы, что, допустим, издание CNN пишет, что удары службы безопасности уже нанесли ущерб врагу на миллиарды долларов, что атаки дронов оказывают большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран. Вот так CNN оценила вот эти удары по нефтеперерабатывающим заводам. Ну, я напомню, что Василий Малюк, глава службы, объявил открытие фронта, объявил это как бы не то что отдельным направлением, целым фронтом работы для службы по уничтожению нефтеперерабатывающей отрасли России. На сегодняшний день дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Среди них есть большие гиганты и это второй завод, который входит в пятерку, третий завод, который входит в пятерку самых крупнейших предприятий Российской Федерации.
Причем, как я уже и говорил неоднократно, переориентировали дроны. Наши дронам вложили в мозги их электронные, что не надо емкости с нефтью или там топливом уничтожать, потому что это восстанавливаемо и восполняемо. Надо уничтожать технологическую цепочку, что мы и делаем. Как уже говорилось неоднократно, эти колонны купить нельзя, их можно заказать. А сегодня очень интересно посмотреть, какая из стран западных согласится изготавливать такую колонну первичной перегонки нефти для Российской Федерации. Тут уже наши страны-партнеры бдят в плане соблюдения санкций, которые они наложили на Российскую Федерацию. Далее надо отметить, что мы преодолели рубеж в 1300 километров. Кстати, вот эта операция службы вызвала довольно неоднозначную реакцию в спецслужбах Российской Федерации. Они сейчас не знают и гадают, так все-таки дрон прилетел из Украины, тогда это 1300 километров. Ого, у нас такие дроны. И либо дрон прилетел с территории Российской Федерации, а может с территории там Казахстан недалеко, где-нибудь из пустыни. И вот они ломают голову. Что же делать? Отдельные российские генералы предлагают проверить, не запускают ли дроны с территории Казахстана. Вот даже такой раздрай или разброд в головах российских генералов, откуда же прилетели эти дроны. И тут еще один вопрос, опять же, у этих же генералов возникает, что большая дальность удара – это настолько важный фактор, что Российская Федерация теперь вынуждена будет осуществлять перегруппировку сил и средств ПВО своих, а их крайне не хватает. Я уже рассказывал об этом, что сегодня стоит вопрос о снятии с территории Российской Федерации, они думали, что чем дальше, тем безопаснее. И снимали оттуда средства ПВО, перебрасывали их на фронт. А теперь вопрос, надо с фронта снимать и перебрасывать обратно. Почему? Потому что промышленность не может выпускать там десятками единиц средства ПВО в течение, допустим, месяца. И то месяц никто ждать не будет. И средства ПВО нужны сегодня и сейчас. Так что посмотрим, как будет действовать. Либо, опять же, вот было перед этим, по-моему, в Самарской области, там с автоматов стреляли по дрону, пытались его сбить. Но для дрона с его скоростью, его высотой и его структурой, конструкторскими особенностями, автоматная очередь ничего не дает и никак не влияет, поэтому они достигают цели. Кстати, еще один нюанс. Дроны оборудуются теперь электронным зрением, так называемым. То есть они не просто идут по координатам, там, по сигналам GPS. То есть РЭБовские средства, глушилка сигнала GPS, она уже не поможет. Потому что на конечном участке траектории, когда дрон входит в определенную зону, недалеко от цели включается электронное зрение. И это электронное зрение четко сопоставляет то, что заложено в дрон, с тем, что видит камера на местности. И тут уже промахнуться невозможно. Кстати, благодаря ударам по нефтеперегонным заводам, бензин в России подорожал рекордно за последние несколько недель. Это может повлечь за собой... Ну, мы знаем, что от топлива зависит все. Да? Если топливо пошло вверх, значит, все товары идут вверх, потому что любой товар требует транспортировки. А транспортировка осуществляется только при наличии топлива. Если оно дорогое, то и транспортировка становится дорогая. Себестоимость товара возрастает. Соответственно, цена на этот товар растет. Так что это не просто фронт объявил об открытии этого фронта Василий Малюк, глава службы. Это целая отрасль, которая, в принципе, можно сказать, является чуть ли не ключевой в экономике любой страны. Любой. Независимо, есть у нее собственные ресурсы нефти или нет, она вынуждена их покупать или готовое топливо покупать. Ну, Россия страна бензоколонка, у них там все свое, а вот за исключением только тех
технических изделий, которые из нефти делают топливо. И вот тут наша служба прекрасно помогает им сокращать объемы производства и уменьшать вообще саму отрасль. Ну и напомню, что как бы в завершении уже обзора этой операции, этого удара, напомню, что в комментарии средствам массовой информации служба анонсировала новые удары по врагу. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы минимизировать поток нефтедолларов в российский военный бюджет. Поэтому хлопок на российских НПЗ и других производствах будет продолжаться и усиливаться. Так заявил источник в службе.